Наша колега Іринка Федоровська заглянула в закулісся одного із театрів. Театрів, які обожнюють усі батьки та малеча. Лялькового театру міста Миколаєва. Я пропоную нам також здійснити цю подорож. Чарівні сни, казкові історії за творами чудового казкаря Сергія Козлова відтворюються на сцені Миколаївського обласного театру. Вражаюча музика, неперевершені декорації та найголовніше – головні герої – два друга Їжачок та Ведмедик, які оживають завдяки талановитій грі акторів. Режисер вистави переконаний, що ця казка розрахована не тільки на дітей, а й на дорослих, адже вони по-різному сприймають задум постановок. Вона про кожного. В той проміжок часу дитинства, такого втраченого, да, для дорослих це буде як спогад, а для дітей вони будуть на рівні з Їжачком та Ведмедиком. Вистава, мабуть, про те, як важливо знайти однодумців, друзів. Місті політаємо. Політаємо. Місті. Всіх трьох акторів, які беруть участь у виставі, режисер характеризує коротко і влучно. Розуміємо один одного з півслова. Вони молодці. У кожного Їжачок і Ведмедик свій. Але я ставлю виставу і я намагаюся їх витягнути про те, що вони навіть не здогадуються, що воно є всередині. Люди побачать справжню роботу. Тобто я намагаюся, щоб це був рівень справжнього театру «Лялька». Самі ж актори зізнаються, технічно грати важко, адже ляльки-маріонетки достатньо важкі, але і неповторні. Я сама відчула, як в моїх руках оживає лялька, і це дійсно важко. Я працюю ёжиком. Вот, да. Вы знаете, кукла достаточно тяжелая, но мы стараемся изо всех сил, мы пытаемся ею овладеть, потому что это действительно очень сложно. Ну, я думаю, у нас все получится. Сніжана Байчук, як то кажуть, повністю зжилася з Їжачком. Це допомагає якомога найкраще відтворити на сцені образ. Дуже цікавий образ, такий цілеустремлений, фантазер. У нас ёжик мечтательный, который вот ищет себе, скажем, друга, чтобы думал так, как он. Вот. И он в мішці такое чудо находит иногда. Угу. А простодушного сміховинного ведмедика грає Валерій. Когда кукла живая, я думаю, не только нам интересно работать, но и всем остальным смотреть это все. Зустрітися з дивовижними героями можна буде вже незабаром, напередодні найулюбленішого свята – Нового року. Хотите узнать, о чем у нас сказка? Ага. Вот тогда приходите и смотрите. Мы ждем вас в гости. Ага. Більше інформації про те, як можна провести в ляльковому театрі новорічні свята, дізнаємося прямо зараз від нашої ранкової гості. Олена Антонова, завідуюча літературно-драматичною частиною Миколаївського обласного театру «Ляльок». Сьогодні в студії «Нового дня». Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні зранку ви з нами. Отже, побачили, що вас працюють і їжачками, і ведмедиками. Як зараз йдуть справи із репетиціями? Чи вже готові зустрічати малечу? У нас сейчас в театре на самом деле самый, наверное, фантастический, волшебный, сказочный мир. Такая атмосфера ожидания чуда, и у нас, у взрослых тоже. Даже несмотря на то, что мы сами создаем эти чудеса, то ну, вот такие необыкновенные моменты, когда идешь через зрительный зал, и ежик, и медвежонок рассказывают свои истории, можно остановиться, спросить ежик, у тебя скоро премьера, переживаешь, и ты понимаешь, что он переживает. Выходишь из зрительного зала, звучат на
новогодние песни, плывет Снегурочка, поздравляя с Новым годом, репетирует свой танец для маленьких и взрослых, готовится встречать зрителей. И вот эта атмосфера ожидания чуда, атмосфера праздника, уже у нас привезли елочку в театр, уже ждем Нового года, самая необыкновенно сказочная атмосфера в преддверии новогодних рождественских праздников. По поводу нашей сказки, да, мы вот уже несколько лет подряд пытаемся соединить вот этот новогодний бум, атмосферу яркого праздника в фойе театра у новогодней елки с очень теплой лирикой на сцене. Маленьких деток тоже стараемся воспитывать в атмосфере добра, любви друг к другу. Это и классика. В прошлом году у нас у елки прыгал Санта-Клаус, а на сцене Снежная королева, философская сказка. В этом году у елки у нас сказочный герой Дед Мороз, Снегурочка, яркий новогодний бум. А сказка очень теплая, лирическая, добрая, философская. Но если так очень коротко, о чем? Может, помните, да, вот «Ёжик и медвежонок» по сказкам Козлова? И я просто вспомнила сейчас, вдруг сюжет смотрела, фразы «Ёжика». А если «Ёжик медвежонку», когда говорит, а если меня нет не меня нигде? И медвежонок подумал и ответил, если тебя нет, то и меня нет. Понял? Да. Вот об этом сказка, что если уж нашли друга, о том, что частичка тебя живет в друге, частичка друга живет в тебе. Ну что ж, отлично. Я думаю, малышам понравится 100%. Самое главное, чтобы и родителям понравилось. Ну а по поводу вот новогодних еще праздников, что кроме там, спектакля... Там, где плывет Снегурочка. Да, что по поводу этого? Где он там плавает? В чем? Начинается наша новогодняя программа. У нас традиционно в новогоднюю программу входят два представления. Это у елки новогоднее представление «Дедушка Мороз, Снегурочка» и «Сказочные герои». В этом году это тролли. Вот те тролли, которые только появились в кинотеатре, тролли 2016, «Розочка» и «Цветан», они в этом году пришли к Деду Морозу, Снегурочку за праздником и хотят забрать его себе. Вот и посмотрим, научат ли... То есть ваши мастера руками уже создали тролли. А, да, они уже совсем скоро придут к нам на праздник, в наше ярко украшенное фантастическое новогоднее фойе, тоже за праздником. Театр на всей планете наступает Новый год, и у троллей тоже. Самое главное, что вы в тренде, вот на волне того, что появилось. Я смотрю, у нас есть билетики, мы сейчас, наверное, их объявим, да, среди зрителей розыгрыш, чтобы успели зрители во время нашего разговора позвонить и получить эти билеты, и, соответственно, прийти на какое число? Ну, у нас, на самом деле, аншлаги новогодние уже традиционно не один год, и поэтому, ну, самые праздничные дни – это 1 января и Рождество, 7 января, новогодняя программа, сказка и новогоднее представление у елки. Так что, друзья, звоните, звоните и еще раз звоните. А, ну, а поки наші телеглядачі телефонують, хотілося б вас ще дізнатися стосовно все ж таки цих новорічних свят, тому що ви кажете і 1, і 7 дні робочі, коли у вас? С 19 декабря по 10 января каждый день 10, 12, 30, 15, 0, 17, 30. Каждый день будут ежик и медвежонок рассказывать свои разные истории. Каждый день мы будем радовать наших маленьких и взрослых зрителей. На самом деле у нас же небольшой зрительный зал. Очень много желающих попасть к нам на новогодние представления. Поэтому вот 12 дней подряд, по 4 утренника, по 4 сказки подряд. И все равно мы не можем вместить всех желающих, поскольку уже на 70% билеты проданы на новогодние представления. Ну, это очень хорошо. Это значит, что не только вы в тренде, но и очень популярны. И то, что верят в сказку и дети, и взрослые. Да. Это не может не радовать. А по поводу... По поводу ежиков. Прозвучала фраза о том, что я работаю ежиком. Мы увидели, что ежиков несколько. Хотелось бы узнать, почему несколько актрис на эту роль? Ну, на самом деле, чисто такой технический момент, человеческий фактор. 4 утренника и 4 спектакля – это очень тяжело. С 9 утра до 8 вечера моментальное переключение с елки на сказку, поэтому у нас два персонажа на сцене – медвежонок и ежик, и медвежонка, и ежика – 3 актера. 3 медвежонка, 3 ежика. То есть несколько составов. Заменяемость. У нас есть звоночек, ради представить гостя, який телефон. Ну, я назву навіть так. Вітаю. Доброго вас. Ранку. Доброе утро. Доброе утро. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Оксана. Оксана, рады вас приветствовать в эфире. А скажите, пожалуйста, вы по поводу билетиков? Да, и поздравить всех с наступающими праздниками. Ой, как приятно, спасибо большое. Ну что ж, я думаю, что вы получаете уже эти билетики, но к вам такой небольшой вопрос. А часто ли бываете в театре кукол?
Да, у меня есть дочь, и я с друзьями, с дочерью почти что каждый Новый год прихожу к вам в гости. Ну и на спектакле, когда есть свободное время, мы очень довольны, рады. Так что очень приятно, что это постоянные зрители сейчас звонят. Спасибо. И если можно секундочку, на 13 января, на Старый Новый год, мы приглашаем взрослого зрителя на спектакль «Фигаро». Поэтому так что приходите тоже уже на взрослый спектакль. Спасибо вам большое, хорошего вам настроения сегодня. Так что ваши билетики уже с вами. Оставьте свои координаты для того, чтобы мы могли с вами потом связаться. Ось так, бачите, як швидко розлітаються білетки, ми це розуміємо тепер також. Ну що ж, від вас останні слова заклику, скажімо так, до глядачів, щоб 100% всі прийшли, подивилися на вистави. Самые волшебные и сказочные праздники наступают. Святой Николай открывает нам все зимние праздники, и Новый год, и рождественские, с пожеланиями счастья, мира, добра и самых ярких праздников. Николаевский областной театр кукол приглашает вас и весело, и ярко провести этот праздник, встретить Новый год и, конечно же, окунуться в добро и философию добрых сказок Сергея Козлова.